Газовое оборудование внутри квартиры специалисты должны обследовать не реже одного раза в год. Такой порядок установлен 410-м постановлением правительства Российской Федерации. Следуя закону, каждый квартиросъемщик или владелец квартиры должен иметь договор на обслуживание газового оборудования и не препятствовать проверяющим попасть в квартиру для проверки. Останутся квартиры непробиваемые. К сожалению, такое будет. И мы их отключим. Это будет 100%. То есть я хочу сориентировать, во-первых, и жителей этих квартир. Господа, вы останетесь без газа. И, к сожалению, я хочу сразу на берегу предупредить соседей. Если мы не попадем в квартиры, вот в эти непробиваемые квартиры, если нам не откроют дверь, мы будем останавливать стояки. Если не сможем остановить стояк, будем останавливать дом целиком. Для того, чтобы произошел взрыв, достаточно одной квартиры. Это не способ, отключение в данном случае будет не способом наказать, как-то ущемить, обидеть, не дай бог оскорбить, нет. Это будет способ обеспечения безопасности.